кинетической скульптуры. В нашей экспозиции представлены работы голландского художника Леоньянса. В начале 90-х он задумывал создание механизмов с практической целью. Они должны были ходить по пляжу, собирать песок и возводить дюны. Поскольку Нидерланды находятся ниже уровня моря, то дюны для этой страны очень важны. Они являются защитой от шторма, от сильных волн. Но позднее Янс решил, что спасение справедливо и благодарно, и подумал о том, чтобы создать новую форму жизни. Начал работать на береговых животных. То, что вы видите на нашей выставке, это архив работ Янса за последние 20 лет. И все эти существа считаются вымершими, поскольку живут они всего один год. Янс работает над каждым животным в течение зимы, гуляет с ним летом, а затем в следующей осени это существо умирает. Но для вас мы кое-кого из них нашли. Это животное самое большое в коллекции Тео. Его зовут Анимарисианец. Он весит более 240 кг. Так же, как и остальные создания Янса, Сианис питается веном. У него внутри есть желудок из пластиковых бутылок, они закреплены вот здесь. В эти бутылки подвигается воздух под давлением, который затем по специальным трубочкам поступает к ногам существа, и Сианис начинает ходить. Сейчас мы вам покажем, как он это делает.